Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков посетил дом 2А на бульваре Любы Новоселовой. Пообщался с подрядчиком и выяснил, на каком этапе находится плановая замена лифта в здании. У нас замена лифтов уже поставлена на большой ритм, технология понятна. Максимум делается работа в 55 суток. Соответственно, ну, это регламентная атака, а атака все может делать быстрее. Поэтому надо запараллелить работу, идти общим фронтом и, так сказать, быстро сдавать эти объекты. По словам парламентария, важно, чтобы работы не мешали жителям. Именно поэтому уложиться в кратчайшие сроки – главная задача. В 2021 году в Одинцове в рамках капитального ремонта планируется заменить 34 устаревших подъемника в жилых домах. 16 из них уже в работе, остальные – на подготовительном этапе. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».